Короче, я сейчас вам покажу некоторые свои рисунки последние. Вот это я изобразил свой огород, о котором я мечтаю. Там вот земля, огурцы, помидоры и все прочее, и вода. Это тоже такой абстрактный. Это начатый, незавершенный, панорамный. Это по мотивам одного художника классического. Это моя мечта. Морской пейзаж. Сейчас я купил маслин, я вместо сигарет купил маслины фрагата без косточек, кальмар в маринаде, мореко и маслины без косточки бандуэль. Маслины бандуэль стоят 199 рублей. Кальмар в маринаде 99 и 98. Ну, 99 рублей. А фрагата маслины фрагата 89 рублей. Сейчас сравним. Бандюэльские, которые дорогие, и фрагата. Сначала фрагата. Теперь бандюэль. Никакой разницы. Значит, фрагаты лучше покупать. Теперь попробуем кальмар в маринаде, мореко. Блин, он разлился. Не сказать, что он вкусный,
скорее кислый. Его мало. Вкусный кальмар. Вот этот вот не пойдет. Мне поставили витамин В, но мне показалось, что она обманула меня, не поставила витамина, а заныкала капсулу, потому что боли не почувствовал от укола. Никакой разницы не чувствуется между маслинами Фрагата и Бондюэль. Но Бондюэль стоит 199, а Фрагата 89. Разница в 100 рублей. Разве что Бондюэль чуть-чуть они мягче, но это ни на что не влияет. Я болею. Я нашел работу дворником. Но я не могу пока что приступить из-за болезни.
5 дней. Но затем, когда болезнь пройдет, у меня появится тяга к курению. Мне нужно к этому времени купить Никорета, таблетки или... Ну да, таблетки.